Человек без внимания не лучше камня. Где сейчас ваше внимание? Как его активизировать? Как его собрать в себя? Как его включить, чтобы можно было его направлять, расширять, усиливать, концентрировать, достигать того, чего мы хотим в нашей действительности, то есть в нашей деятельности? Давайте сейчас сделаем одно маленькое упражнение вместе. Понаблюдайте, где сейчас ваше внимание и где оно сейчас окажется ровно через 5 секунд. Теперь все, что вы почувствовали, направьте внутрь себя. На то, как вы сейчас живете, что вы чувствуете, что вы переживаете, какие у вас ощущения тела, какие эмоции, какое состояние ума, какое состояние сознания в целом у вас сейчас присутствует, прямо сейчас. И снова отметьте, что сейчас с вашим вниманием произошло. Спасибо.